Это, наверное, из России чувак пишет какой-то. Я не совсем понимаю происходящее. Украина же больше не будет по итогам СВО или как? Вот что, вот что можно таким чертилам сказать? Ой, ну, я даже не знаю, как можно комментировать вот эти вот влажные фантазии. У садистов, у них даже в общении есть такая тема, они хотят собеседника уничтожить. Вот с одной стороны, у них хрупкая идентификация, и они хотят увидеть свое отражение вот большого, могущественного, красивого. А с другой стороны, они все-таки для них другой, он пугающий и тревожный, и они хотят его уничтожить. И в этом вот их проблема. Если общаешься с человеком, зараженным нацизмом, вот нужно постоянно помнить, что он тебя хочет десубъективировать, он тебя хочет уничтожить в идеале физически, а так, в принципе... Вот, ну, если да. Получится, то морально. И смотри, это ж как наркоман, да? То есть, именно. Вот, то есть ты десубъективировал, условно говоря, сжег там где-то в печи, как бы там, да? Вот, и пережил вот этот вот адреналин, что я смог, я с этими гадами вот это все сделал, вот, и дальше хочется еще. Именно так. У них вот субъект чистого удовольствия, то, к чему они стремятся бессознательно, это тело, которое не повреждается, неповреждаемое, которое можно пытать вечно. И когда, ну такого же не бывает в жизни, и когда, например, одно тело они запытали, то идет поиск другого тела. Но также это и в моральном смысле происходит. И про наркоманию это абсолютно точное сравнение, потому что у них очень интересное отношение с телом. Они вот как наркоман, но который себе уже сжег центр удовольствия. То есть он уже не получает удовольствия. Он стремится к этому удовольствию, он не может себе в этом отказать, он давит на него, то есть там больше и больше героина уже туда идет, но он не может его испытать. Вот такая вот происходит, такое вот омертвение вот тела.